Так, вот сейчас я кладу телефон, гости подходят, приезжают, регистрируются. Вот члены казахстанской регистрации, Асема, это так представитель Казахстана МИДа, там Айман. Поздравляю с первым днем. Наша Соня все время здесь и очень много гостей. А мы поехали дальше. Вот. Наша делегация нас встретила. Вот так вот организована. Ну вот, начинается первый день форума. Я на месте. Переводчик есть. Посадили прямо по центру. Xi'an International Communication Forum and today's host, Li Xiaoning. It's a great honor for me to be here with all of you to witness this grand opening ceremony of the Xi'an International Communication Forum. Я работаю на телеканале КТК. Коммерческий телевизионный канал впервые начал свою работу 4 ноября 1990 года. Уважаемые коллеги, с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем сотрудничество двух сторон всегда сохраняло динамику непрерывного развития. Это нонсенс, конечно. Опасный журналист. Два таких несовмещающихся слова. Опасный журналист. Разве это демократично? Именно сейчас, когда на Западе и в США заблокирована вся правдивая информация о нашей стране, о нашей политике, достижениях и ценностях, как и никогда важно найти этот самый инновационный информационный шелковый путь к зрителю в таких условиях, как вы понимаете, перспективы шелкового пути для Беларуси очевидны. Только сейчас закончится официальная часть. Утром была презентация, выступали все руководители телеканалов Китая. Во второй части пленарная была, секционное совещание. Вот только закончилось, быстренько переоделся, бегу за этим зданием. Как я показывал, есть озеро, пруд. Форум прошел очень хорошо, еще завтра будет продолжаться. Вот сегодня маленькая кошечка такое появилась. Форум. Пакистан, с Индии, с Европы много было, послы были всех стран. Ну, все хотят мира и добра, все хотят развивать шелковый путь. В общем, у каждого свои идеи были. А мы продолжаем прогулку на нашем пруду. Рабочие что-то здесь убирают. Только ребят, вот спросить, есть ли здесь рыба? Вот кувшинки. Вчера было достаточно грязно, а сейчас смотрите, хорошо, чисто. О, вот так вырывает и режет. О. Вот так вот нужно камыш тоже резать нам. О, а с той стороны хорошо, утки плавают, отлично. Ну а рыбака пока нет. Тил у них где? Рыбаки здесь? Так, отсюда не видать, но вижу, что удочки стандартные. Собака у них там рядом и караси, похоже, караси. Так, обошел весь пруд с этой стороны. Ну, судя по тому, что вон тот вот рыбак спит, удочка не клюет, клёва, похоже, нету. Остановился на мосту, прошел. Вон те рыбаки невеселые идут. Там еще одни рыбаки были. Но я посмотрел, рыба, караси вот такие небольшие. Вот такой пруд прям вписался в этот международный центр, где и прошел наш форум. Вот он. Везде кругом электромобили. А вот здесь, смотри, какой автобус, тоже электромобиль. Можно пройти, сесть и проехаться. И сделать маленькую экскурсию. Ну, а мы пошли. Все, на ужин. Коллеги пришли, сам говорит, с Министерства иностранных дел Сияния. Леша у него говорит очень хорошо по-русски. Спасибо. Еще МГИМО еще где-то учится. Так что мы делаем эту программу, на рыбалку поедем скоро.
вот первый вечер такой свободный, и решили поехать, сейчас уже экскурсия. Деловая часть закончена, нас сопровождает Соня, там Яна, вон тогда автобус, Яна, супер, да, да. И мы поедем на этом автобусе дальше смотреть достопримечательности Сияния. Вот такой автобус, Toyota, достаточно комфортно. И что-то будет сегодня интерактивный концерт какой-то будет сейчас. Как раз пришли, так это такое небольшое представление. Прямо в центре города, а позади у нас там древний город, стены. Длина стен 13 километров. Субтитры сделал DimaTorzok.
Теперь мы идем в стены старого города Сиань, вот туда. Вот здесь ров. Как и все большие города были ровом ощущены. Теперь идем. Удивительная маска. Такой костюмированный карнавал. В конце Бразилия отдыхает. Впереди, смотрите, высота этих стен была какая. Вот. Кругом золотые войны. Вон Тимуджин стоит. Видите, он? Чем мне? Больше удивляемся, смотрите. Это были настоящие, как войны, часовые. Сюда, наверное, невозможно было зайти. Посмотрите, как.
очень высоко. Да. Сколько артистов здесь задействовано, даже не знаю. Тяжело посчитать. И там вот посмотрите вверху. Все туристы открыл, ты смотрят. Вот посмотрите, какая красота. Thank you guys. Welcome, dear friends, ladies and gentlemen, to the great city of old time, Xi'an, and welcome to Chang'an Night Gala. We have a lot of kinds of different drinks for you guys, a lot of great liquors you guys have to try. 欢迎大家，特别特别欢迎来自世界各地的朋友们，共同相聚在古都西安。我们现在是站立在拥有超过千年历史的古城墙之上。也许很多朋友是第一次来到这儿，但实际上您会发现这里非常熟悉，因为 Посмотрите, как приготовили все. Певица. 是您第一次来到西安吗？来， удивить сейчас песню у вас. Настоящий оперный певец. Это мой друг с Таиланда, вице-премьер-министр. Очень хороший человек. Вот такой. Приезжайте в Таиланд, с Казахстана. Таиланд номер один. Спасибо.